Что вы ищете? У вас есть в квартире препараты, содержащие испрадин? Нет. Откуда? Ну, это вам лучше знать. Подпишите. С моих слов написано верно. Фамилию и инициалы. Подождите, отец же умер от испрадина. А почему вы это здесь ищете? Смотри, там еще вещи. Ваша? Нет. Само пришло. Какой основной действующий компонент, вы не знаете? Откуда? Их раньше здесь никогда не было. Я вам подскажу. Испрадин. И, судя по всему, это лекарство активно использовали. Так что придется вам проехать с нами в отделение. Это какой-то бред. Можно мне позвонить? Только с разрешения следователя. Собирайтесь, Екатерина Михайловна. Я слушаю. Я все сделал, как ты просила. Теперь твоя очередь. Не переживай, сочтемся. Но ты мне пока не звони, я сама с тобой свяжусь. А когда? Я просто хотел вечером тебя пригласить на кофе. Чуть позже. Ну а позже это когда? Очень скоро. Обещаю. Хорошо. Пока-пока. Да, мы сможем начать строительство комплекса в запланированные сроки. Не волнуйтесь, все будет так, как указано в договоре. Да. Спасибо. Вам тоже. Да. Сергей Анатольевич, пришли представители банка. Ждут вас в переговорной. Спасибо, иду. Спасибо, что разрешили позвонить. Екатерина Михайловна, это завещание вашего отца? Да. А откуда оно у вас? Мне стало известно, что у вас с отцом в последнее время были конфликты. Это так? Ну, как конфликты? Я была против его женитьбы. Просто это случилось вскоре после смерти мамы, и... мне сложно было принять, что он так быстро ее забыл. Ну, и я уверена, что Наталья его не любила.
Я видела, как она садилась в машину к другому мужчине. В общем, я уверена, что у нее был любовник. Но папа об этом даже слушать не хотел. Описать сможете? Мужчину? Да. Ну, он сидел ко мне спиной. Ну, марка машины или номер? Это была темная машина. Марку я не помню. Ну, в любом случае, встреча с мужчиной – это не криминал. Вы что, правда считаете, что я могла убить своего отца? Ну зачем? Он мог изменить завещание, скажем, в пользу своей новой жены. А вы решили этого не допустить. Это она натолкнула вас на эту мысль? Посудите сами. У вас в квартире найдены лекарства, которые стали причиной смерти вашего отца. И у вас был мотив. Да точно она. Я не знаю, откуда у меня взялись эти таблетки. Мне их подбросили. Я ничего не могу сделать. Есть факты. Леонид Иванович, это Сергей Ларин. Я сейчас у квартиры Кати Юдиной, а она опечатана. Вы в курсе, что происходит? В курсе. Это мое распоряжение. Как ваше? А Катя где? Задержана. Сейчас, извините, я не могу говорить. Леонид Иванович, что происходит? Почему вы задержали невиновного человека? В квартире Екатерины Юдиной обнаружен препарат, содержащий испродин, который стал причиной смерти ее отца. Вот почему она задержана. Ну, это какая-то ошибка. Ведь именно Катя уговорила вас провести дополнительную экспертизу и заняться расследованием. Если это она убила своего отца, то зачем ей это все было нужно? Иногда преступник сам может инициировать расследование, чтобы снять с себя подозрения. Я стараюсь быть объективным и опираюсь только на факты. Понимаю. Ей уже предъявлено обвинение? Пока нет. Она пробудет у нас до суда, ну, а суд определит дальнейшую меру пресечения. И когда у нас суд? Завтра утром. А сейчас, извините, больше помочь ничем не могу. До свидания. До свидания. Ваша честь, простите, я адвокат Ларин Сергей Анатольевич. Вот моя лицензия. Прошу назначить меры пресечения, подписку о невыезде, выяснение обстоятельств. Готов внести.
суд постановил отпустить Юдину Екатерину Михайловну под денежный залог. У вас есть 5 дней, чтобы его внести, иначе мера пресечения будет изменена. Спасибо большое. Пишите паспортные данные, оставьте подпись. Екатерина Михайловна. Вы знаете, я думала, что мы с вами на одной стороне, но, к сожалению, я ошиблась. Я выполняю свою работу и обязан проверить все версии. Конечно, обязана. А кто вам сказал, что эти лекарства у меня в квартире? Я не могу вам отвечать на такие вопросы. Но я вам обещаю, что вы найдете преступника и накажете его. Именно на это я рассчитывал, когда просил у вас помощи. Оказывается, вы хотите посадить невиновного. Несправедливо как-то получается. Всего вам доброго. Боря ни в чем не виноват. Ни в чем? Ну, в убийстве он точно не виноват. Он деньги взял только потому, что я была беременна и квартиру нам купил. Но убийство... Что с ним будет? Он останется в СИЗО. На него завели дело за хищение денежных средств. Если выяснится, что он все-таки причастен к смерти Юдина, то пойдет по совокупности преступлений. Вот ваш пропуск. И до завершения следствия никуда. Понятно? Спасибо. Как суд прошел? Сергей Ларин внес залог, Юдину отпустили под подписку о невыезде. Вкусно пахнет. Я только сейчас поняла, какая я голодная. К сожалению, это все, что я нашел в твоем холодильнике, поэтому кормить тебя придется обычной яичницей. Извини. Сереж. А почему ты не поверил, что это я убила? Потому что ты меня никогда не обманывала. Одно время я изучал криминальные дела, так, ради интереса. Понимаешь, убийца обладает определенной психикой. И я не верю, что ты можешь кого-нибудь убить, тем более своего отца. Я видел, как ты на него смотрела. И сколько любви было в этом взгляде. А я читала, что иногда преступники выглядят абсолютно нормально и даже... привлекательно. Ты будешь кофе или чай, преступник? Кофе. Я все время теперь думаю об этих таблетках. Получается, что кто-то пришел сюда, подбросил их и навел Бортникова. Ну, получается, что так, да. У кого еще были ключи от твоей квартиры? У твоего парня были? Ну да. Я не успела у него их забрать. Но это точно не Кирилл. Я его хорошо знаю, и зачем ему это нужно? Он мог передать ключи тому, кто хотел тебя подставить. Знаешь, мне все время казалось, что смерть мамы не случайна. А недавно я узнала, что Наталья работала в той же больнице, где мама умерла. И папу убили с помощью медицинских препаратов. Ты считаешь... Что она имеет к этому отношение? Кать, я не знаю, как это сейчас прозвучит,
Давно собирался тебе сказать, но все никак не получалось. В общем, у меня с Натальей был... Кать. Поехать в дом отца и найти какие-то доказательства, что это она. Ты со мной? Что? Ну, я не могу так просто сидеть. Ты едешь? А, да, конечно. С тобой все в порядке? Да, 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 да. Собирайся. Кирилл. Привет. Зачем ты здесь? Я же тебе говорила. Ты все испортишь своей глупостью. Нет, ты не отвечала, и я... Подожди, что испортишь? Пойдем, подруги, я тебе расскажу. Наташа! Ее машина, значит, она дома. Она точно куда-то поедет, так что будем ждать. Непонятно только, сколько ждать. Будем ждать хоть до завтра. Я уверена, что это она, и там должно что-то быть. Ты понимаешь, что если мы что-то найдем, то мы не сможем это использовать в суде, потому что это незаконно. Я понимаю. Я потом что-то придумаю. Кирилл? Ничего не понимаю. Что связывает его с Натальей? Да нет, этого не может быть. Или может? Я думаю, это и есть ответ на вопрос, как препарат попал в твою квартиру. Ты же сказал, что ключи у него остались. Не могу поверить, что он со мной так поступил. Пойдем. Подожди. Надо кое-что сделать. Вы думаете, они в сговоре? Конечно, косвенная улика, но я попробую. Как его имя, фамилия? Записываю. Кирилл Бородов. Спасибо. Саня, подключи наших технарей, пусть сделают биллинг звонков с мобильного телефона Натальи Юдиной. Хорошо. И заодно попрошу их проверить телефоны всех наших фигурантов. Хорошо. Выполняется. Надеюсь, вы договорились? Нет. Я не понимаю, к чему вся эта секретность и почему ты так боишься, что нас кто-то увидит вместе. И вообще, было бы неплохо, если бы ты мне объяснила, зачем я все-таки подбросила эти лекарства Кате. Ну хорошо, ты можешь не объяснять, но в конце концов, я не уверен, что я хочу это знать. Я просто рассчитывал на благосклонность с твоей стороны. Иначе это все как-то странно получается. Кирилл, мы с тобой обязательно все наверстаем. Просто не сейчас, чуть позже. Хорошо. Раз ты так настаиваешь, я все тебе объясню. Катю вчера арестовали.
по подозрению в убийстве ее отца. И главное доказательство – это лекарство, которое нашли у Кати в квартире. Михаил умер из-за передозировки, ты не знал? Так вот, я думаю, ты сам понимаешь, что полиции не стоит знать, как именно эти лекарства попали в Катину квартиру. И в твоих же интересах, пока все не уляжется, мне не звонить, не писать и ко мне не приходить. Я сама выйду с тобой на связь. Теперь мы договорились? Отлично. Я нашла в вещах Натальи. И вспомнила, что такое же фото есть у нас в семейном альбоме. Это папа. Аркадий, какая-то женщина с ребенком. Я не понимаю, откуда у меня это фото. Интересно. Тебе не кажется, что эта женщина похожа на Наталью? Да, что-то есть. Так, давай поедем к Аркадию и может он что-то вспомнит. Поехали. Лидер, кажется, смотрите. У меня тоже такая фотография есть. Вот мы хотели спросить, кто эта женщина с вами? Когда мы с ним вместе были на море в последний раз, твоего отца с этой женщиной роман, что ли, случился. Но ты не переживай, это было задолго до твоей мамы. А вот эта девочка, это ее ребенок. Лет 8 ей тогда было. Не вспомню. Не помню, как ее зовут. Потом Маша приезжала к Михаилу. Маша, это так звали эту женщину. Вот она хотела, чтобы он на ней женился. Но тогда уже появилась твоя мама, Лена. Они к свадьбе готовились. Вот есть еще одна, точно такая же фотография. Я нашла ее случайно в вещах Натальи. Ну, папиной второй жены. Было всего 3 фотографии. Одна у твоего отца, вторая у меня, третья у этой женщины. С ней что-то потом страшное случилось. Баратов в последнее время часто звонил Наталье Юдиной. Очевидно, она не отвечала. И вот он к ней явился. Понятно. Ларин говорил, что у Баратова были ключи от квартиры дочери Юдина. Но это еще не все. Одно время наша вдова часто созванивалась и обменивалась СМС с Сергеем Лариным. Лариным? Когда это было? Да вот, еще при жизни Юдина. Ларин говорил, что он был знаком с Юдиной, но не настолько, чтобы звонить ей каждый день. Что-то я совсем ничего не понимаю. Значит так, Саня, пробей по полицейской базе всю информацию по Ларину. И знаешь что? Подними-ка все, что есть по Наталье Юдиной отдельно. Мне кажется, что не нужно спешить. Давай все спокойно обдумаем, а завтра с утра Бортникова. Ну… Нет, я понимаю, что у тебя сейчас нет к нему доверия, но все-таки он знает, что делает. Хорошо, если ты считаешь, что нужно уехать к нему, давай так и сделаем.
Тебя что-то беспокоит? Да я думаю про слова дяди Аркаши по поводу того, что с мамой Натальей случилось что-то страшное. Наталья говорила мне, что в смерти ее матери виноват мужчина, который ее предал. Получается, что она... Подожди, откуда ты знаешь, что она тебе сказала? Я думала, что такое говорят только близким людям. Катя, я давно собирался тебе сказать, что... Привет! Тебя же выпустили? Да. Что, не ожидал? Здравствуй, Сережа. Ты что, бегаешь от меня? Трубку не берешь, встретиться со мной не хочешь. Ты раньше себя не так вел. Прекрати. Что прекратить? Я просто хочу один раз с тобой поговорить нормально, как со взрослым человеком. Нам же есть о чем, Сережа. Это ненормально. Что происходит? Катя, я все объясню. Объясни, только с самого начала. Как ты бегал за мной, как ты уговаривал меня Мишу бросить, как ты меня в постель затащил. Что? Катя, да, я... а потом понял, что его план со мной не провернуть, и решил переключиться на другую. Помоложе и подоверчивей. Кать, ты ему не нужна. Ему нужна компания твоего папы. Он еще при жизни Миши строил на нее свои планы. Да замолчи ты уже! Что за бред? Кать, да, я с ней встречался. Но я не знал, что она замужем за твоим отцом. Я вообще не знал, что она замужем. Как только узнал, я сразу с ней порвал. Так это ты был с ней в машине? Да. Кать! Кать! Не расстраивайся, Сереженька. Я же тебя люблю. Не подходи ко мне. Ты все равно не будешь с ней. Я ее уничтожу. Если с ней что-нибудь случится... То что? Что ты мне сделаешь? Ты проиграла, Наташа. Все кончено. Мы знаем, что у твоей матери был роман с Михаилом. И что это ты убил его. У нас есть доказательства. У вас ничего на меня нет. И ты ничего мне не сделаешь. Посмотрим. Леонид Иванович, это Ларин. Мне нужна ваша помощь. Наташа! Ты где? Ты же сама хотела поговорить. Ты что, прячешься?
И после этого я разорвал с ней отношения. Я уверен, что все это ее рук дело. Сергей, ну получается уже какой-то граф Монте-Кристо. Вы хотите сказать, что Наталья Юдина готовила 20 лет план мести Михаилу Юдину и его семье? Да. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это так. А давай с тобой поиграем в игру. Холодно или горячо? Я в детстве любила в такое играть. Я не собираюсь с тобой ни во что играть. Придется. Ты же хочешь узнать правду про своего папочку? И про Сереженьку своего ненаглядного? Телефон быстро! На пол! На пол, я сказала! Наталья Максимовна Юдина. До замужества Корнеева. Мать умерла 20 лет назад. Отец неизвестен. Выросла с бабушкой, никаких других родственников нет. В 17 лет Наталью Корнееву поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних за жестокое избиение одноклассницы. Агрессивное состояние Натальи было вызвано психопатологическим синдромом, которым она страдала после смерти матери. Поэтому ее отправили на лечение в местную психиатрическую клинику. То есть это был единичный случай? Нет. 8 лет назад она была задержана за нанесение колото-резанных ран своему сожителю. Ее снова поместили в психиатрическую клинику и подтвердили диагноз. Сожитель свое заявление отозвал, и наша фигурантка выписалась и уехала в столицу. Слушайте, это ненормально, угрожала Катя. Вы обязаны ее задержать! Успокойтесь. Ждите дома, мы вам позвоним. Пытаешься угадать, почему я убила твоего папу. А я тебе говорю, холодно или горячо? Что тут угадывать? Ты думаешь, что он предал твою маму? Горячо. Очень горячо. Только это не так. Он был хорошим человеком. А вот это уже холодно! Твой папа был последней сволочью. Он обещал жениться на моей маме. Она ребенка от него ждала, а он ее бросил, сбежал от нее, невесту другую нашел быстренько. А когда мама к нему приехала, он ее выгнал и заставил ее сделать аборт. Я помню, как мама плакала. Да неправда, он не мог так поступить. Он даже не дал ей денег на приличную клинику. Мама умерла от сепсиса. Ты теперь понимаешь? Это было очень давно, и даже если это так, это ошибка. Он просто ошибся. Ошибка? Ты это называешь ошибкой? Да как ты не понимаешь, что когда ты жила в роскоши, я ютилась по коммуналкам с бабушкой, у тебя было все! Дом этот шикарный! Мама, папа, а у меня ничего не было! Ничего, ты у меня все забрала, все, что было мое по праву! Я ничего у тебя не забирала! Ты сумасшедшая! А он... У нас все было хорошо, пока ты не появилась. Ты появилась и забрала его у меня. Про Сережу, что ли? Про Сережу. Ну не о папаше же твоем, ненаглядном. Он ничего не знал обо мне. Я ничего не знала о нем. У нас все было хорошо. Мы бы уехали. Я бы ему ребенка родила, сына. Но он бы простил меня. Он бы вернулся ко мне, если бы не ты. Ты разрушила все, что у меня было. Я ничего не разрушала. Я ничего тебе не сделала. Ничего, ничего. Я сейчас это все улажу. А он ко мне вернется. Он тебя же посадит. Не волнуйся за меня, Катя. Я с этим тоже разберусь. Ah!
Как Сергей? Он жив? Жив. Но находится в крайне тяжелом состоянии. Наталья Максимовна, я напоминаю, что чистосердечное признание может облегчить вашу участь. Ну, как хотите. В любом случае, дела у вас не важны. Вы подозреваете в совершении двух преднамеренных убийств. Но это вам еще нужно доказать. Мы докажем, не сомневайтесь. Ваш подельник Кирилл Баратов задержан и уже дает показания, каким образом препарат, от которого погиб Михаил Юдин, оказался в квартире его дочери. У нас есть показания секретаря Юдина, которая видела, как вы давали ему таблетки. Также в больнице, в которой скончалась жена Юдина, мы инициировали дополнительное расследование. Но самое главное, у нас уже есть показания Екатерины Юдиной. Так что на вашем месте я бы хорошенько подумал и все же все сам рассказал. А мне нечего вам рассказывать. Я ничего не делала. Дочь Михаила пришла ко мне домой, начала мне угрожать. И мне пришлось обороняться. А она врет. Да, Наталья Максимовна, вы крепкий орешек. Меня предупреждали, но я все равно удивлен. Что ж, тогда я сам все вам расскажу. А вы, если что не так, поправите. План мести, видимо, у вас созрел очень давно. Ваша бабушка рассказала вам, из-за кого умерла ваша мама. И вы начали собирать информацию о Михаиле Юдине и его семье. Потом вы узнали, что его жена – частый гость одной из городских клиник. И устроились туда работать. Благо, медучилище окончили, вам не пришлось подделывать документы. В этой клинике вы познакомились с Михаилом. И у вас закрутился роман. Вскоре жена Юдина попала в клинику с сильнейшим приступом. По случайному совпадению в клинике пропало электричество. И вы отключили запасной генератор. Затем вы вышли замуж за Юдина. Вы знали, что у него гипотония. Поэтому давали ему препарат, который только ухудшал его состояние. Вы знали, что испродин не остается в крови. И думали, что дело будет шито-крыто. После смерти Юдина вам оставалось только одно – избавиться от его дочери. И забрать все его деньги и имущество себе. Мне не ясно только одно. Да что вы говорите? Мне не ясно, почему вы столько лет прорабатывали план мести, все тщательно продумали, а потом так прокололись. Вы не могли просто так не рассчитать дозу препарата. Что вас вывело из себя? Все дело в Ларине, да? Муж узнал, что у вас роман с Сергеем Лариным. И вам пришлось действовать быстро. Но вы надеялись, что никто не будет настаивать на экспертизе? А тут Катя. Потом и Ларин вас бросил. Весь ваш план провалился. Сережа не бросал меня. Мы с Сережей просто поссорились. И он обязательно вернулся бы ко мне назад. Если бы она меня не оболгала. Слушай. Спасибо за информацию. Сергей Ларин только что скончался в больнице. Я вам не верю. Это неправда. Это все из-за нее. Из-за этой маленькой дряни. Это она виновата! Их проклятая семья! Они заслужили все это, вы понимаете? Заслужили. Ее отец убил мою мать. И что ему за это было? Ничего! Ничего вообще! Он даже не поинтересовался, что с ним произошло, ни разу. Столько лет прошло. Я должна была его наказать, вы понимаете? Да, я понимаю. Он должен был ответить за все. Каждый из них должен был ответить. Жаль только, что я не закончила с этой дрянью.
главное, знаете что? Что? А я ничего не чувствую. Я так долго этого ждала. Думала, легче станет. Нет. Здесь пусто. Ничего. Мне не нужно без него ничего. Увидите. Сергей Ларин 15 минут назад пришел в себя. Тот звонок был из больницы. Иди! Сука! Увидите. Что я была здесь раньше. Точно. С папой в детстве. Кукушка, слышишь? Ай, ну ее. Я больше не верю в приметы.